Всем привет, ребята! У нас сегодня интересное достаточно видео. Сегодня у нас небольшой челлендж с оператором. Он наконец-то решился приготовить свое блюдо. Ну и как бы я, естественно, дал ему возможность пожертвовать собой, тоже приготовить какое-то блюдо. Вот, но у него блюдо намного сложнее. Там по пятибалльной системе у него пятерка где-то, у меня двушечка, максимум трешечка. Вот, все будет из курицы. У него целый цыпленок. У меня такая же курица, но без кости, просто раздельная на филе и на ногу. Тоже две части, как получается, целая. Большую часть буду готовить я, но с его подсказками, так как он не особо желает влезать в кадр. Вот. Но подсказки будут серьезные и такие жесткие. И как бы я уже выучил пару раз все его компоненты, который он предлагает добавить в свой рецепт. У меня будут компоненты в моем блюде небольшие. Это буквально соль и небольшое там количество специй. Там у меня будет фруктовый джем, кунжут и карри. Используется соль, ну там перец, это естественно. А, и горчица зернистая. У него будет блюдо сложное. Это будет курица, печеная в яме, в марле, в глине. Вот глина, мы ее сейчас подготовим. Марля у нас тоже есть. Яму тоже оператор решил сам покопать, хоть какой-то плюс с него. Его курица будет, он будет использовать специи, будет начинять курицу картошкой, сельдереем, свежим имбирем, чесноком, томаты на украшение. Вот, из специй у него будет соль, перец, какие-то он взял приправы куриные. Ну и как бы все, может быть, будет соус использовать тоже в помощь ему для его вкуса, потом увидим. А у меня будет просто цыпленок жареный в казане, вот, в большом количестве масла достаточно, вот, минимум специй, вот, только я буду интересный фруктовый джем использовать, без всяких добавок, просто будет курица томленая, без кости. Посмотрим, что из этого выйдет, кто из нас победит, потом придет массовка, будет пробовать и выносить вердикт. Вот. А мы все, приступаем к нашей готовке. Вот. Опять же, напоминаю, что буду готовить все я и подготавливать. Оператор будет, естественно, снимать. Так что смотрим. Ну вот, ребята, мы вымариновали наших кур. Вот мои. Просто соль и специи, чуть перца добавили. Не стало сильно их заморачиваться, мариновать. И это Антона курица вот такая. Она вся промаринованная. Мы ее натерли специями. Внутри набили картошкой, сельдереем, луком. Вот, натерли имбирем и чесноком с маслом и со специями. И как бы сейчас будем подготавливать его кокон из глины. Будем заворачивать в марлю. А мое блюдо пойдем просто жарить на мангал в казане. И увидим, что из этого будет получаться у нас. Вот, ребята, мы переходим к нашему замесу нашего кокона. Глину подготовили. Нальем воды. Будем ждать подсказки от оператора. Хватит, не хватит. Он говорит, надо делать глину густой сметаны. Консистенция. Сейчас посмотрим. Вот, оператор говорит, что воды достаточно. Глина хорошая. Только печки мазать. Вот, глину замешали, она сейчас постоит у нас. Будем делать кокон. Пойдем к нашему казану. Он уже прогрелся. Вот, я буду жарить своего цыпленка. Так что увидимся. Ну вот, ребята, мы начинаем приготовление нашей курицы в яме. Вот, заматываем ее в марлю. Делаем небольшой кокон. Ну, вот так оно у нас получается. Еще надо? Замотали одну марлю, более новую. И вторая у нас из-под вина домашнего марля. Снимем потом приготовление вина. Использование этой марли. Ну, или новый какой-нибудь там, посмотрим, как пойдет. И укладываем нашу курицу. Получается 4 раза примерно. Вот. Получилась наша курочка. Такая интересная. В принципе, все края завернули. И начинаем обмазывать
нашей глины. Глина достаточно наша мягкая. Вот мы облепляем нашу курочку. Говорят, процесс нелегкий. По мне вообще не очень удобный. Чушь какая-то. До этого ни разу не смотрел ни видео, ничего. И не знаю даже, как этот процесс происходит. Оператор молчит, ничего не подсказывает. Ну, наверное, все правильно делаю. Хотя, мне кажется, неправильно. Она не прилипает вообще. Ну, не прилипает ничего. Прилипает. Где? Вот, ребята, оператор мне помог обмазать эту курицу. Я не выдержал. Мне этот процесс вообще не понравился. Вот. И сказал, пусть сделает сам свои блюда. Вот. Руки мы уже все помыли. Вот наш кокон. Сейчас будем закладывать в нашу яму. Подготовим ее немножко. И пойдем закладывать. Ну вот, ребята, вот мы перешли к моему коронному месту. Казан дымится, дрова горят. И сейчас мы будем закидывать моих цыплят. Чуть нальем маслица. Грамм 150. Кидаем наш цыплят кожей вниз. И немножко обливаем его маслицем со всех сторон. Температура у нас на максимум, хорошая, жарится со всех сторон. Но он быстро колируется очень, жар хороший. Ну, в такой ситуации можно даже кожей вниз, вверх кинуть. В принципе, ничего не изменится. Масла много, хорошо. Крышки пока не накрываем. Вот. Антон тоже закладывает курицу сейчас в данный момент. И у нас процесс пошел нашей готовки. Корочка у нас золотистая получается, красивая, из-за масла. Вот, кидаем лучок и чесночок. Довольно-таки крупные. Они сейчас дадут свой запах, вкус. Накрываем крышкой. И медленный огонь у нас сейчас ждем еще минут 10-15. И уже кидаем основные специи, чтобы у нас цыпленок томился в них. Вот, ребят, прошло у нас несколько минут. Цыплята у нас поджарились отлично, просто. Переворачиваем их, смотрите, какой колер золотистый. Вот, переворачиваем, лучок весь дал аромат. Они томятся на медленном огне. Вот, и добавляем специи. Здесь у нас имбирь, горчица зернистая, соевый соус, наш джем, перец, карри приправа, китайский вот этот кавказский соус. Все это перемешиваем. Чесночка добавил тоже. Она довольно-таки жидкая у нас получается. Вот, и мажем наших цыплят. Огонь не прибавляли, все у нас на медленном. Вот, намазали с одной стороны и берем смело, переворачиваем на другую сторону. И тоже мажем сверху. Это можно также приготовить спокойно, легко дома, на сковородке. И потом убрать в духовку. У вас все это хорошо запечется. И интересный будет цвет и корочка красивая. Ну, мы корочку уже сделали хорошую. У нас будет уже просто томиться, а не доходить. И пропитываться нашими соусами.
ароматом наших соусов. Она уже готова, почти курица. И готовится очень довольно-таки быстро. Сейчас просто впитает нашу ароматику. Вот, так что углей у нас там нет почти, все минимум. Казан уже сам все доготавливает. Вот, просто закрываем крышкой и ждем готовности на медленном огне. Ребята, всем привет еще раз. Ну вот мы наконец-то приготовили нашу курицу. Вот. Так получилось, что снимаем уже в закрытом помещении, потому что дождик пошел, непогода. И не успели ничего заснять, ни как мы вытаскивали. Ну, какие-то там вообще маленькие отрезки. Мою курицу вообще там не засняли, как мы готовили почти. Так что вот, вердикт. Это курица в глине. В принципе, тоже красиво. И вот я приготовил просто без костей в казане. Все, в принципе, получилось. Даже у оператора очень красиво смотрится, там картошка запеклась. Сейчас будем пробовать, и не знаю, кто победит из нас. Что получилось у нас? Нормальное мясо, вкусное. У оператора волшебно. Смотрите, как она разваливается. Просто. Нежнейшая грудка. Сейчас я попробую. Оно еще горячее. У меня тут уже все подостыло. Ну, суховат, конечно. Но съедобно. Сейчас придет оператор пробовать. Сделает свой вывод. Ну, я не знаю, кто здесь победил. У меня здесь ничья по грудке. Но выглядит, конечно, оператор лучше. Так что я ставлю голос за его. Он победил. Сейчас все решится. Придет массовка и все решит она. Так что 5-3 в его пользу. Надо же отломить. Не, у Димки более нормально, попресней. Но по готовности и та вещь вкусная. А это просто как бы пропитанная пряностями всем, а это более такая, более пресная. Я тоже натирал просто. Как масону. Поменьше натер ее. Вдруг это перерасть. Ну так реально все готово. Ну не знаю, я бы и за это. Наш массовка, ребят, попробовали. Так что, ну, вердикт у всех одинаковый, в принципе, все готово. У оператора более суховато, меньше специй там добавили. Вот, но это же я, опять же, солил. Вот я специально поменьше посолил. Вот. Так что у меня более сочные, более специй больше. У меня меньше готовилось по времени. Вердикт такой 5-4 пока. Оператор ведет, но мы сейчас все съедим. У нас сейчас еще люди подойдут. Я надеюсь на ничью. Смотрите наше видео, пытайтесь готовить такие же блюда. Мое чуть проще, мое вообще можно приготовить дома. В духовке, даже на сковородке. У Антона чуть посложнее получилось. Его по-любому надо готовить в какой-то яме или что-то еще. Вот, ну, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Вот, с вами был Димас, оператор Антон. Вы наконец-то него увидели, его профессионализм и все остальное. Так что смотрите, увидимся в следующем видео. Пока-пока.